товарищи, я Сергей Тюленев, член Ленинградской организации Общественного объединения Рабочей партии России. Я сегодня нахожусь в городе Кургане у проходной завода КМЗ. Это Курганский машиностроительный завод, который, кроме прочего, выпускает вот такие вот боевые машины пехоты. Я пришел сегодня сюда к проходной утром для того, чтобы раздать рабочим свежий номер газеты «Народная правда», которая издается Фондом Рабочей Академии, Рабочей партии России. Раздача газет у проходных заводов и фабрик является обязанностью каждого члена партии, Рабочей партии России. Итак, я приступаю. С собой было больше 200 газет, все они разошлись очень быстро. Осталась вот последняя газета «Народная правда». Здесь статья о борьбе за обеспечение. Здесь статья выступления участников заседания Российского комитета рабочих. Шевель не сметайте, на